Всем привет, с вами я, Ромчик, и сегодня у меня такой на канале будет уже так называемый второй подкаст по поводу расписания. Значит, вот, расписание будет действовать с 8 сентября. Значит, Майнкрафт остается в том же порядке, значит, будет ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Игры ВКонтакте будут в субботу и воскресенье, да? Вместо Формулы 1 пока они будут выходить. Возможно, будут с Шуриком, если это будут онлайн-игры. Возможно, будут с Драфткопи, с Мошрашем. Я не знаю, с кем они там будут. И это, вот, значит, субботу и воскресенье ждите их. Если они будут не онлайн, конечно же, я буду снимать один. РТЛ, биатлон, понедельник, среда, пятница. Сразу же хочу сообщить такую грустную новость. Чемпионат юниоров мне не удастся снять, так как International Olympic Games там за нарушение авторских прав не разрешает его выставить, поэтому выйдет в понедельник уже следующее видео. World of Tanks будет выходить вторник, четверг и субботу. Значит, ну, он будет выходить вторник, четверг и субботу. Ну, я думаю, в плановом порядке, возможно, иногда будут, ну, что он не выходить будет. Поэтому, если что, но такое возможно только раз в неделю. Например, он во вторник и субботу может выйти, а в четверг не выйдет. Игры в интернете, это новая моя тоже рубрика, будет выходить в субботу, воскресенье и понедельник. Это такая новая рубрика, которая, ну, например, вот я сейчас напишу даже игру, которую я хочу обозревать первой, это Гонщик Пати. Ее, наверное, все знают, да, но я ее хочу все-таки в нее поиграть. Потом я, наверное, буду с кем-нибудь играть в Окинатора. Все тоже знают, какие еще там есть. Какие еще есть интернет-игры? Ну, вы мне в комментариях напишите, если что. Ну вот, я такой рассказал. Расписание будет с 8 сентября. Завтра, в воскресенье, видео не ждите, потому что я уезжаю. Все будет действовать с 8 сентября. Надеюсь, будет действовать без перебоя. Ну и пока. Всем спасибо за внимание. Это был такой маленький подкастик. Надеюсь, было интересно. Всем удачи, всем пока.